Давай, иди. Заполз! Лера, он его поймал! Он его... Кай! Все, он его поймал! Фига себе! Лера! А, убежал! Убежал! Брака, за раковину! По стене он прыгает! За какой-то тумбочкой или что-то, за дверью. Воу! Откуда он? У меня аж мурашки, он с-под стены вот тут. Вот он, вылез. А, лови! Ё-моё, упал! Ты чё, лапку ему не поранил? Смотри, за крышечкой! Иди к соседям, там у них живи, иди. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. У нас сбежали пауки в Хембре. Привет, друзья, Олеришка Геймс. Ребята, мы вам сегодня покажем самые крутые побеги пауков и самые крутые их истории, как их ловят. Будет 3 истории. Давайте смотреть, друзья, вы напишите, какая вам понравится больше. Холера. Короче, пригласили человека специально обученного. Что-то он вообще не по делу веселый. Сбежал паук. Ну не просто такой, друзья, паучок. Давайте смотреть, какие пауки сбегают. И где они появляются. Фига себе. Жесть. Лера, подожди, не падай в обморок. Его сейчас будут ловить. Лера, это всего лишь маленький паучок, он безобидный. Очень маленький. Представь, как ему страшно. Мне страшнее, чем он смотрит сейчас на человека, представь, как ему страшно. Тихо. Ты взял тарелочку. Лера. А, убежал. Убежал. За раковину. По стене он прыгает. Слушайте, друзья, пауки, они же еще классно прыгают. Тем более такого размера. Они очень крутые прыгуны. Убежал куда-то. Специалист, блин. Ну так что ты специалист? Это такой самоучка. Смотри, он с тарелкой пришел и с листиком. Капец. И снимает это все на камеру. Говорит, он упрыгал куда-то сюда. Надо его искать. Борька, ты где? Выходи, свет зажги. Да, так лучше. Друзья. Ничего. Лера, подожди. Я не хочу. Да подожди, никого там нет, Лера. Вон он, я его нашел, хозяюшка. Сейчас мы его поймаем. Ой, он опять куда-то упрыгнул. Ой, на него нападает. Капец. Тат вообще, смотри, в дверном проеме стоит. Готовится убегать на улицу сразу, если что. Все, короче, на старт, внимание, марш. Но наш отважный поимщик пауков не сдается. Она готова спрыгнуть с 5-го этажа. Наша компания Усы и Лапки найдет у вас пауков и потравит тараканов. Обращайтесь, пожалуйста. Он куда-то делся. Короче, он его найти не может. Он куда-то убежал. На спине посмотри. Я шучу. Зачем он ему чипсы дает? Пауку предложить? Короче, его нету. Он исчез. Все! Вот он. Скрючился. Его убили. Нет, его, смотри, на свободу выпуск. Может, он еще оживет. И все девочки стоят такие. Вон, смотри, побежал. Ага, ой, весело, класс. Смотрим нашу вторую историю. Здесь, в наших всех историях... Зачем хранить пауков в аквариуме? Потому что это не аквариум, это террариум. Здесь живут ящерицы, игуаны, пауки и вот всякие такие членостоногие присмыкающиеся, типа змеек. Открылись все клетки. Кто-то открыл... Ва, вон он! Открылись клетки, он уполз. Хорошо, что хоть недалеко. Да может он игрушечный, Лера? Лера, подожди, может он игрушечный? Не страшно. Да не бойся, он маленький. Очень маленький. Лера, они... Ну, они людей не кусают, как правило. Они охотятся на птиц, на яйца, на кладки птичьи, на насекомых, на других маленьких. Паутины делают. Но для людей, по-моему, они безопасны, мне так кажется. Хотя не все. Есть, которые ядовиты, но они, как правило, маленького размера. Смотрите, он, короче, берет... Ой, Господи! Хочет его поймать. Лера, ты посмотри! Да. Лера. Нет. Ну! Он, кстати, может ему лапку поранить. Он не хочет его поранить, поэтому он делает все очень аккуратно. Но у паука, мы же знаем с вами, сколько? 4 глаз или 6 глаз? И он реально все видит. Лера,
Лера не ожидала таких историй про пауков, поэтому она всю серию проверяет. Он его, смотри, он его сейчас пинцетиком будет проверять, не дохлый ли он. А, шевелится. Лапку шевелит. Смотри, круто. А, убежал, убежал. Тихо, лови, лови, лови его. Он сейчас спрыгнет с этого и убежит, не поймаешь. Смотрите, ребята, он подставляет как раз для него вот эту вот пластиковую посудку. Он хочет, чтобы он туда заполз. Но для этого ему нужно его подпихивать этим пинцетиком. Потому что если он сейчас психанет, он убежит в другую сторону, будешь потом искать его потом 3 года. Убить. А прикинь, не поймать паука и жить с ним дома и думать, что он где-то ползает. Просыпаешься ночью, у тебя на лице пауки такие. Так, он вроде уже готов. Паук вроде тоже не против, не хочешь залезть в эту посудку. Нет, я не готова. Так, а ну-ка, давайте смотреть. Я не готова, можно? Ребята, все истории закончатся хорошо, не волнуйтесь. Никакой жести не будет, просто паучку нужно найти свой домик. Ему нужно вернуться. Представьте, как паучку плохо. Он убежал, а его хозяева хотят вернуть к себе давай, домик. Давай. Боже, как они красиво двигаются, посмотри. Все, он заползает. Странно двигается. Давай, иди уже. Давай, иди. Заполз. Лера, он его поймал. Он его спас. Сажай его обратно и вали. Заполз, смотри, даже последнюю лапку засунул. Двигай его, черти куда там. И что? Ну и что ты будешь делать? Закрывает крышкой. Все, он его поймал. Лера, он вырвался, убежал. Где он теперь? Лера, вон он. Где? Вон, за какой-то тумбочкой или что-то, за дверью. Воу! Откуда он? У меня аж мурашки, он с-под стены вот туда вылез, на свет, видимо. Они не любят темноту и, видимо, ищут, где светлее. Посмотрите, вот он опять подставляет вот эту пластиковую свою штуку. Да и сейчас будет... Почему он стал таким большим? Потому что его, наверное, снимают близко. Он таким и был вообще. Ты что думаешь, это другой? Это же наш, друг наш Борька, что забыла? Борька? Его сейчас подпихнут. Убейтесь своим Борькой. На нему лапку. Ой, заполз, дружок. Лапку! Лапку прищемишь. Ты что делаешь? Лапку запихни. Паук, это глупые, к сожалению, животные. Лапку высунули. Как они не боятся с этим пауком быть? Я не знаю, я бы боялся. Я бы тоже. Нам реально на это не то, что нам смотреть на это боязно. Берет крышечку. Ты там не убежал еще? Нет, я еще здесь. Так лапку засунь, дурень! Лапку засунь. Сейчас отдавят лапку, будешь потом в больничке Айболит тебя будет лечить. Смотри, Лера, закрывают. Он чуть не убежал. Но, к счастью, у него со всех сторон была посылка. Он не смог. Сейчас надо закрыть крышку, чтобы он еще не выскочил через это отверстие. Потому что реально этому парню тоже очень стыкотно. Захлопнул. Слушайте, смелый человек вообще. Смотри. Захлопнул. Так. Теперь как главное взять. Ну вот написано Спайдер. А, его как-то зовут, смотри. Айболит, наверное. Это... Он под деревом сидит. Альфред. Это Альфред, наверное. Смотрим нашу третью историю. Про нашего смелого парня, которого вызывают ловить паучков в мусорнике. Вот это, кстати, друзья, похоже на ядовитого паука, который может своим укусом парализовать определенную часть тела человека. Смотри, как он рванул. Воу! Убежал. Ребята, есть такой вид пауков. Черная вдова, тарантулы. Вот они вроде как бы небольшие, но они очень опасны для человека. И в корзине его нет, он куда-то сдрыснул. Но он вроде как поменьше, поэтому поймать его будет посложнее. Но я не уверен, что это именно эта порода пауков. Нам паук не говорил, какой он породы, поэтому мы можем только предполагать. У них, как назло, еще смотри, какой срач в комнате. Сколько шмоток. Сколько мест, где может паук спрятаться? Просто миллион. У нас очень смелый паренек. Смотри, какой тоже ни разу паука не боится. Так, ты что, смотри, с тарелочкой. Он его сразу, наверное, поджарить хочет. Точняк, сразу схавать. Вот он, вылез. А, лови, лови, лови.
Ё-моё, упал! Ты чё, лапку ему не поранил? Смотри, за крышечкой! Лови, лови! Убежал! Ой, ой, убежал! Всё, поймал. Он там! Он там, он там! Хавай его! Опа! Метка. Он там, очень он прицельно. Там, он там, у пацана глаза, такое ощущение, что сейчас у него будет разрыв сердца или сердечный приступ. Вон, ребята. А как он его достанет? Он его достанет? Наверное, при помощи листика, да? Да, нашел. Все, ты свободен, дверь закрывайте. Он забежал обратно, чушу? Где он? О, закрывай дверь, он сейчас вернется. Живой. К соседям иди. Иди, иди к соседям. Там у них живи, не пугай. Уходи, уходи. Он к соседям побежал. Соседи, откройте дверь. Круто. Поддержите лайком вот эту серию. Кто из нас больше раз испугался и сколько раз ты? Смотрите я все больше! Наши видео на Макс, на Сим, на Плей, на Гейм. Все ссылочки в описании. Ведь мы все стараемся только для вас. Потому что у нас кто? Самый. Поддержите это видео лайком. Мы очень старались. Пока-пока.